Незрячий бариста в студии. Сегодня готовим фраппучино. Для веганов тоже подходит. Варим кофе. Заливаем кофе в формочки. Еще одну ложку. Вроде залил. В морозилку на 4 часа. Течет, кажется. Нам нужен лед. Остаем наши сердечки. Лайфхак. Чтобы не пучило живот, наливаем растительное молоко. 2/3 стакана. Опустил свой взгляд в стакан и наливаю. По-моему, норм. По вкусу кладем кофе. Я положил 7 штучек. Мое любимое число. Добавляем сироп. А вы что подумали? Это не коньяк, да? Да, я вас знаю, блин. 2 столовые ложки коньяка... Ай, сиропа. Чик. 5 ложек мороженого. Точнее, ложечек. Добавляем веганские сливки. Пару капель сиропа для красоты. Такая красота у нас получилась. Ништяк.